Отдай. Дай, отдай. 8 месяцев кабанчик. Сколько он весит, я не знаю. 6,5 он весил 33 килограмма. Где-то 40 килограмм весит. Отдай. 40 весит. Скажи. Не съел. Сейчас я тебя укушу за это. Скажи, не съел. Ну да что ж мне остается? Это не фрунь. Франечки, можно бы сказать, Фруняшенька, что ты, деточка, не трогай. И он не трогал, интеллигент наш. А это ж крокодил, блин. Крокодил, да? Ну да. Отдай палочку. Отдай, отдай. Ну, он должен с палочкой убегать от меня. А он нападает. Отдай палочку. Да, по идее, должен убегать. Должен прятать ее от меня. Все, унесся. Заяц. Заяц унесся. Нравится, Лилик. Кто с ним еще поиграет? Кто с ним поиграется, да? Кто еще поиграет? Люда, пришла. Нет. Это у меня пытается запугать. Биологическая атака. Не дай бог. Не знаю. Вот это тренер. Вот это тренер. Ну отдай. Привалила мне еще. Отдай палочку. Не, не поделится никогда в жизни. А? Никогда в жизни не поделится. Этот? Отдай. Отдай. Я думаю, что он не укусит, он еще маленький для этого. Ну я не знаю, Люда. Я не могу. Ну 8 месяцев вот это как, рано. Как этот, как дрессировщик с вами. Хожу тут рядом на всякий случай. Предотвратить нападение, да? Мало ли что. Тогда нужно шланг с водой, на всякий случай. Держит, держит. Все, мама ушла.